В конце прошлого года в Славянском районе стартовал открытый чемпионат по волейболу среди мужских команд. На протяжении 2 месяцев каждые выходные в спортивном зале хуторе Бараниковского проходили игры, по итогам которых и определился победитель чемпионата. Кто же выиграл заветный кубок и звание чемпиона Славянского района, узнали наши корреспонденты, побывавшие на финальной игре. В этом году в чемпионате района по волейболу приняли участие 9 команд из Анапы, Темрюка, Новороссийска, Абинска, Крымска. Славянский район представляли сразу 4 сборных. В финал удалось пробиться только одной – команде Славянского техникума экономики и права. Именно они и встретились в заключительный день соревнований финальной схватки за звание чемпиона Славянского района с командой Новороссийска. Обе сборные сражались как в последний раз, а болельщики как могли поддерживали спортсменов, радуясь их успехам. Игра за первое место получилась очень яркой и непредсказуемой. Пальма первенства переходила от одной команды к другой. По итогам 4 партий на счету каждой команды было по 2 победы и по 2 поражения. Было принято решение добавить дополнительное время. В итоге сборная Славянского техникума экономики и права одержала победу, обыграв в финальной схватке сборную Новороссийска. Вообще чемпионат, конечно, потрясный был. У нас присутствовало 6 городов, и поэтому истинное удовольствие доставила нам Федерация волейбола. Управление по спорту, огромное им спасибо. После такого длинного и затяжного локдауна, это были первые, в принципе, соревнования для взрослых. Поэтому, конечно, впечатление самое лучшее. Несмотря на победу в последнем матче, славянской команде не удалось стать чемпионом. По количеству побед в течение всех игр наших волейболистов обошли спортсмены из Новороссийска. Они и стали победителями чемпионата. Как признались обладатели Кубка чемпиона, победа далась нелегко. В этом году, как никогда, были сильные команды. Мы уже больше 15 лет тут край немножко выигрываем, постоянно где-то в призах, поэтому не то, что трудно. Вот сегодняшняя игра за первое место была, да, трудно, но немножко мотивации не хватило. Команда Славянского техникума экономики и права заняла 2-е место. 3-ми стали гости из Абинска. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».